Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ну, блять, а чё говорит? А, мастер! Хуяры! Также этот нелюбимый хочет добить к лету 20 привет подписчикам. Подзадал гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Я его что вам надо зрители меня? Какое население YouTube это нравится? Ты будешь Напоминаю, что вчера началось открытое бета-тестирование «Жизни в деревне», в котором можно участвовать до 12 числа. Я поиграл и пообщался с другими игроками, и пока что все плохо. Баги, вылеты, задержки, беспредел — все в одном флаконе. Ну, типичное открытое бета-тестирование. В первый день многие высказались насчет слотов. Всего слотов вчера было доступно 300, а игроки хотели 1000. Сэм Мейсон, директор Аризоны, сказал, что слоты повысят до 400, и их повысили. Почему не дали 1000 слотов? Сэм объяснил на стриме, что им нужно понять, достаточно ли такого количества слотов для комфортной игры на сервере с ограниченными локациями. Исходя из теста, команда проекта подумает над тем, сколько нужно поставить слотов. American History, ну или American, ну, кому как угодно. Что-то Дмитрий Донской, новый владелец АХ, давно не заходил. 2 недели прошло. Как же он тогда руководит проектом? Мораль, подумайте сами. Ну или думайте сами. Абсолют Плей. На Рулиплей серверах Абсолюта появилась новая азартная игра «Покер». Да ладно, новая, но нигде такой не было. Ох, Абсолют, теперь можно будет играть с ботами. Ура! Абсолют, что ж вы такое сделали? А, да, да, Абсолют. А, ебите меня в жопу, пожалуйста, Абсолют. А, покер, а. Ладно, я извиняюсь, но это серьезно, покер. Абсолют, вы что, вы серьезно, блять? Покер, ну ладно. Похоже, баги сампа и игры кончаются. И теперь нас ждут более интересные обновления. Ну да, ну вы понимаете. Или нет. В общем, посмотрим. ГХВ Project. Ребята продолжают анонсить. На этот раз интерьер транспортной компании. И тут всего один скриншот. Непонятно, как они, что и где анонсируют. И много другое. Гамбит Рулиплей. На Гамбит завезли много маппинга. Автоцентр на восточном берегу Сан-Фиер. Он элитный и поэтому подходит для игры стритрейсеров и автолюбителей. Зал и арена Айфицы. Они... Или АФК, блять, да мне похуй. Они были и ранее, просто их обновили. Кафе. Подходит для пляжных заведений. Коротко и ясно. Площадка для подростков в Сан-Фиер. А разве в Сан-Андрес есть дети? Ну, ладно. А еще новый маппинг для криминалов из Ангел Пайн. И на этом у нас заканчивается весь дайджест на сегодня. Фух, но вроде как отстрелялся.